Илза, я буквально на секунду вас прерву. Вы рассказали про свой символ. У нас есть передача «Свой символ». Мы, ой, какой у нас кошки, милый, да. Какой да. Милый. А, это кот Тимоша. Давай вот сюда. Мы находим хозяев тем животным, тем кошкам, у которых этих хозяев нету по тем или иным причинам, или не стало. Вот, может быть, Тимоша найдем. Он очень похож на кошку, которая когда-то из подъезда зашла в наш дом. Mm-hmm. И мы ее назвали Екатерина Васильевна Гельцер в честь великой балерины Екатерины Васильевны Гельцер. Mm-hmm. Поскольку мы живем в ее квартире, то Андрей сказал, что это пришла Екатерина Васильевна Гельцер. Mm-hmm. Ну и так мы стали звать. И что с ней стало? Она отжила свой срок. Она отжила свой век, да? Но она была изумительной совершенно кошкой. И, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что дворовые коты – самые лучшие коты в мире. Это такие преданные существа, поэтому обратите на него внимание. И пусть чье-то сердце откликнется этому. Я уверена, что вы не пожалеете. Тимоша! Ну, посмотрите, какая у него чудесная морда, изумительная. Ой, огромное вам спасибо. Я так люблю, когда гости пиарят, что называется, вот этих вот животных. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».